В эфире новости с севера Башкирии. Начнем выпуск с региональных новостей. В Башкирии компенсацию за детские сады получат все родители. По закону она положена только семьям с доходом не выше двукратного прожиточного минимума на человека. Однако временный глава республики Ради Хабиров принял решение поддержать все семьи вне зависимости от нуждаемости и попросил правительство выделить на эти цели 1 миллиард. Чиновники республики решили сформировать в регионе специальную рабочую группу. Об этом сообщил председатель парламента Константин Толкачев. В состав группы войдут представители всех комитетов Госсобрания. Первоочередная задача до конца текущего года – сформировать детальный план мероприятий. Все тезисы послания должны получить правовое сопровождение. Начнем выпуск с региональных новостей. С 1 января жители Башкирии за вывоз мусора будут платить от 57 до 81 рубля с человека, проживающего в многоквартирном доме. Для сельских жителей плата будет не выше 35 рублей, но только в первом квартале 2019 года. Далее она будет увеличиваться ежеквартально до той величины, которая установлена в зоне деятельности регоператора. В сельских населенных пунктах, где отсутствует система накопления и сбора ТКО, запланирован вывоз бесстарым способом, то есть в мешках. Со второго квартала Нового года в каждом населенном пункте республики установят контейнеры для сбора мусора. На автодороге Бирск-Мишкино иномарка слетела с трассы и 4 раза перевернулась. Сотрудники Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям стали невольными свидетелями дорожного происшествия. Водитель пересек двойную сплошную на повороте и попытался обогнать сразу 2 транспортных средства. Во время маневра водитель увидел встречную машину и ускорился, чтобы перестроиться на свою полосу, однако автомобиль занесло. Иномарка слетела с трассы и 4 раза перевернулась. Водитель автомобиля не пострадал. Юные берянки стали участниками республиканского конкурса «Основа академического рисунка». Настя Серебренникова и Диана Латыпова представили «Наш город». Работы девочек достойно оценили члены жюри. Художницы заняли 1-е и 2-е места. Глава администрации Мишкинского района Рустам Мусин и главный врач больницы встретились со студентами Башкирского государственного медицинского университета. Глава муниципалитета пригласил будущих выпускников на работу в родной район, ознакомил с вакансиями и условиями обучения в ординатуре. Студенты активно интересовались мерами социальной поддержки, которые может предоставить район. 20 декабря в Мишкино пройдет праздник семьи. В программе мероприятия концерт и чествование юбиляров супружеской жизни. Молодые семьи готовят творческие выступления. Вход на торжество свободный. Приглашены все желающие. Лыжный сезон для жителей села Бураево открыт. В райцентре уже прошли 1-е гонки. Лыжную секцию посещает более 100 детей из Бураева. Тренируют юных спортсменов 2 специалиста, один из которых – мастер спорта по лыжным гонкам. Сначала на лыжню вышли школьники, затем в борьбу за кубок открытия вступили трудовые коллективы. 13 декабря долгожданное голубое топливо пришло в дома села Красный Холм Колтасинского района. Газификацию провели по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию газопроводных сетей длились весь год. Протяженность линии составила 6 километров. На реализацию из бюджета затрачено порядка 10 миллионов рублей. На сегодняшний день почти 100 домов обеспечили газом. Село Краидель требуется менеджер центра продаж и сопровождение клиентов компании Уфанет. Мы ждем людей, которые любят продавать, общаться с людьми и помогать им. Мы предлагаем заработную плату от 20 тысяч рублей, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, работу по сменному графику и возможность карьерного роста. Заполнить анкету можно на сайте, указанному на экране. Подробности по телефону 09 388.